Не опоздать бы на вечеринку. Тысячи извинений. А теперь письмам от слушателей. Мэй из Квинс пишет. Вас столько гнева. Вам стоит научиться управлять им. Это вредно для здоровья. Знаю, что она переживает за меня. Но это всего лишь обычное заблуждение, которое я сейчас развею. Во мне нет гнева. Я полон любви. Я говорю о несправедливости, коррупции и преступлениях против человечности, потому что люблю этот город. И хочу, чтобы он стал лучше. Что вы слышите? В моем голосе. Это любовь. Только чертова любовь! Вильямсбургский мост. Удобная дорога в места, которые мне не по карману. Настрою датчик звука на человеческие стоны. Неотложное паучье дело. Ну же, разомните ноги. Это было ужасно. Спасибо тебе. Это они! Вон те парни! А глаза моргать. Это не твое дело, Человек-паук! Передал копам. Пусть разбираются. Меня тошнит от этой тупой. Все в порядке? Я Извините! Такси!
Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Могу залатать эти ботинки. Еще послужат. В других приютах я никогда не могла расслабиться. А в этом чувствую себя как дома. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. Питер, в чем дело? Ну, давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер, и вообще, это правда важно. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Привет, Пит. Твоя тетя Привет, в другом Питер. Конце здания.
Голосовое от Юри. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? То, что надо. Я бы сказал. Получился отличный кадр. Питер, на вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Просто знай то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. О, кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Ненормальные, так кого-нибудь собьют. Отвали, у тебя нет прав нас останавливать. Вы едете на угнанной машине. Немедленно остановитесь. И она хочет вернуть ее, потому что вы ее украли для ограбления. Остановитесь. Скажи Сьюзи, что если тачка ей так нужна, пусть позвонит мне. Экзамен не сдам, прав не получите. Мы не можем перегородить им путь. Пора на выход. Давно не виделись. Подкрепление. Видимо, это и есть организованная преступность. Конец дороги.
постам. 10:34. Повторяю, нападение. К нам поступил вызов из... Капитан... Пора им перестать обижать слабых. Хотите драки? Вам повезло. Драками зарабатываете, в драках погибаете. Спасибо. Кажется, я... Постам, гражданским лицам нужна помощь на месте аварии. Следуйте в Мадисон. Я так понимаю, у нас очередная недалекая слушательница, защищающая Человека-паука. Смогу ли я переубедить ее? Вы в эфире с Джеем Джона Джейсоном. Я просто хотела сказать, что никогда не видела Манхэттен таким мирным. Не сравнить с тем, что было до. Если я не помогу, та машина раздавит беднягу. Спасибо. Я думаю, что... в безопасности. Теперь дело за спасателями. Thank you.
называется Гастроган. Какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? Привет, парни! А у вас рецепты на это имеются? Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. Я вызвал вам такси. Вы его узнаете по красно-синей мигалке. Пора бежать. Грабители трудятся без выходных. А, вы начали без меня! Можете называть меня Нострадамусом. После безрассудного, непродуманного задержания Уилсона Фиска Человеком-пауком, на наши улицы хлынула толпа амбициозных гангстеров, пытающихся захватить власть. Мой следующий гость выжил в вооруженном ограблении. Сэр, мы рады, что вы в порядке. Спасибо. Просто дичь, эти парни зашли как к тебе домой, помахивая оружием. Ужасно, когда деловой человек боится жить честно. Счастье, что появился Человек-паук и остановил их. Вы что, не слушали? Он причина проблемы. Простите, мне повышенный тон. Меня тронула мысль о том, через что вы прошли. Джаред, у нашего гостя шок. Пусть отдыхает. Я в порядке. До свидания.
как думаете? Я люблю хулиганов. Тебе кранты! Я вижу иронию момента. Но, может, вы поймете, что не надо бить других. Спасибо! Авария. Гражданские не могут покинуть машины. Происшествие рядом с Таймс-сквер. Соблюдайте осторожность. Возможная сделка наркодилеров. Всем машинам у центрального парка. У нас происшествие. Я теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому. Чтобы никто не услышал.
денюша, не... Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Надо подцепить его сверху. Осторожно. Кто-то идет. Барабаньки. Эй, а что это? Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но... Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки.
Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы. Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там... Симкария. Что-то было в новостях? Не могу забыть. Скажите, как будете готовы. Хорошо. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. А, красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Этот изысканный шедевр – характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы... мне сделать фото для обложки. Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Ого, стойте, это же... О, готово. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Тихо. Если это не твой репортер, то кто она, Крейг? Кто проник в мою галерею? О, Господи! Нет, ты не сможешь разобраться.
Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Ага. Точно, Крэг. Ясно. Я тебе не верю. Ага. Точно, Крэг. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Нет ли здесь каких-нибудь подсказок? Нио там, за ними, но выглядит по-другому. Держит. Она точно с Фиском заодно. Он что-то держит в руке, но что это? Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Может, части можно двигать? В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Вот. Почти. Но чего-то не хватает. Я их уже видела. Нет, не так.
подходит, но это не то. Он что-то держит. Вот так. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыхание? Что там? Извините, сэр, вам нельзя. Плохо. Где эта статуя? Там, вон там. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут, я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Кочи! Умоляю, не бейте. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с...
спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Лучше помолчать. Вот так. Тут чисто. Соберись, Пит. Тихонечко. О, а у Фиска много барахла. Комнату за комнатой. Сначала одну, потом следующую. Выключаем. А вы так ничего... Ну вот и все. Нет, пустите! Энджей! Стой! Нет. Прячься! Брать заложников нехорошо, ребята! Ого! Что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками! С духами как-то дрался, но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете?
Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Поохочусь на привидений как-нибудь потом. Хорошо, ребята. Ого, что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. С духами как-то дрался, но знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Зарядка на славу. Что-то древнее.
Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы видели. Расскажите. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, 6 месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну, в общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например... Деньги, или ключи, или клубничный бальзам? Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Привет, это я! Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шуль снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь я охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Пит,
Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда за дело берется коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет, нет и нет. Нет. Шеф не подавала вида, но коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Она это признает, рано или поздно. Незаконное вторжение. У нас происшествие в районе Антонии. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким шутам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Я заглянул на стройку Фиска. Их оборудование покрылось пылью веков. Просто прикрытие? Я так думаю. Осмотрюсь тут получше. Управлять всем из тюрьмы. Они вместе работали, но никогда ему не видел. Пожалуй, он был прав. Если то, что я слышал, правда, скоро Осборн будет... Еще? Извините, но бесплатные пончики уже закончились. Хватит уже! Правило, человек-паук! Поздно ты не достать! Поджарим его! Пожалуй, он был прав. Если то, что я слышал, правда, скоро Осборн...
бывших друзей. А? Береги человека. Человек-паук здесь! Зачем им? Где все эти идиоты? Эй, приведи сюда еще пару. Это Человек-паук. До Черной Пятницы еще очень далеко! Человек-паук, на эту стройку привезли столько цемента, что хватит на два небоскреба. Не подсказывай, я догадаюсь. Наркотики под видом цемента. Это моя теория. Чтобы подтвердить ее, нам нужен повод попасть в дом. Сейчас оформим. Еще пожаловали. Не пихаться, а я каждому уделю внимание. А ну, так нечестно. Гасить плохие шеи и сыпать шутками. И шутки уже кончились. Нехорошо. Не подходите к нему слишком.
тебя сюрприз! Капитан, в мою паутину попались парни Фиска и все необходимые доказательства. Молодец. Фиск думает, что все еще может всем управлять. Но пора ему понять все трудности отношений на расстоянии. Вы могли слышать о грабеже на аукционе Роузмана, но вы вряд ли знаете, а мои источники знают, что нападавшие носили маски. Ужасные демонические лица. Вот еще один пример замаскированных преступников, порожденных появлением Человека-паука. А вы как думаете? Вы в эфире с Джейм Джоной Джеймсоном. Ага, я вас понял, но Человек-паук сегодня задержал этих парней. Считать его таким же только потому, что он тоже в маске, нечестно. Это типа предубеждение. Неверно. Вот вам маленький урок словесности, друг мой. Предубеждение — это суждение... Барабаньки. Снова скрылся. Молодец, паучок. Эй, гляди, букашка! Что, шутка такая?
вооруженное ограбление. Нужны машины в бортзайде. Прием! Ребята! Ну зачем вам оружие? Разве это вежливо? Модное ограбление. А вот и ваш борец с преступностью. Копы едут. Отношения у нас не самые плохие, но зачем рисковать? Дама, мужа которой похитил Человек-паук. Что? Нет, вы не поняли меня? Моего мужа похитили преступники. Его закрыли в багажнике машины. Человек-паук нашел его, спас, а потом задержал вернувшихся к машине преступников. Простите, мадам, я не расслышал последнюю часть из-за ошибки моего ассистента. Но вы же понимаете, что Человек-паук мог подстроить это похищение, чтобы спасти вашего мужа и прославиться за его счет. Намного правдоподобнее то, что он просто поймал настоящих преступников. Ясно, тут мы в тупике. Всего доброго вам и вашему мужу, мэм. Джаред, уходим на рекламу. До ее окончания ты должен успеть уволить себя и нанять заново. Но я прощаю тебя в последний раз. Если бы я платил тебе, я бы выписал тебе штраф. Ограбление. Ответьте на вызов. Нужно подкрепление в Клиндоне. Кого-то грабят. О, как интересно! Откуда он взялся? Тяжелый
Дейли Бьюгл. Отличная газета. А после ухода Джеймсона даже лучше. Настоящий шедевр. Рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотне. Люблю срывать сделки наркоторговцев. Так окрыляет. Полиция уже едет, значит, и мне пора. Сказал. Получился отличный кадр. Искусственный интеллект костюма сузит район поисков жертвы. Все в порядке? Безопасности. Я думал, что уже не выбросит. Спасибо. Это они. Вон те парни. Как жить? Меня подальше. Даже не думай повторить этот фокус.
кого беру в долг. Спасибо, паучок. I'm gonna tell everybody you're for real. Парень в багажнике. Ух ты. Я, конечно, уже начинаю повторяться. Прекрасно. Потому что вы ее украли для ограбления. Остановитесь! Скажи Сьюзи, что если тачка ей так нужна, пусть позвонит мне. А ваш гудок играет джазовые мелодии? Хватает человеков. Пора на выход.
Произошла авария. Гражданские не могут покинуть машины. Всем машинам, происшествие Sutton Place. Там внизу серьезное ДТП. Выглядит так себе. Похоже, обломки мешают кому-то выбраться из машины. Держитесь! Тот, кто устроил это, где-то поблизости. Надо найти и остановить. Последние... Рассад! Да. Thank you.
Не верится, что Шокер опять на свободе. Надо быть поаккуратней с моими поклонниками. Рельс. Вот поэтому же... Но мне неплохо платили. Интересно, а король Тычала получил свои силы после укуса радиоактивной пантеры? Он силен, но все равно больно, наверное. Прекрасно. Я бы сказал. Получился отличный кадр.
don't need you here right now, all right? Got an 1165 on the eastbound side of the Manhattan Bridge. It's Flatbush Avenue. Диапазон? Получилось. Хорошо. Настоящий. Шедевр. Продажу наркотиков. Ближайший пост, ответьте. Следуйте в Датчтаун. Наркотики и преступники.
Одного без другого не бывает. О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть! А он ранен! Простите! Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Когда-то я связывал преступников и оставлял записку. А теперь все делается через смс-ки. Классические взломщики. Люблю традиции. Фиск сел в тюрьму, и детки решили порезвиться. Если бы я вам не помешал, вы бы тут надольше сели. Мама не хочет выезжать из своей квартиры. Я конфискую автомобиль! Не стреляй! Давно не виделись! Ага! Это завершает наш тур по Нью-Йорку с паучком.
Питер, все под контролем. Задержали подозреваемых.